большое спасибо за организацию такого прекрасного проекта, как Национальная парусная лига. Это та компания яхтсменов, которая не прощает никаких ошибок. И хочется сказать, что соперники растут с каждым месяцем, и поэтому приходится... Для того, чтобы выигрывать, нужно стараться все больше и больше. Я очень люблю гоняться в Сочи, потому что в Сочи возможны чудеса. И в очередной раз этот этап показал, что чудеса возможны, потому что у нас был очень удачный, чудесный первый день. Вчера результат стал менее чудесным, но, однако, сегодня мы смогли собраться, и мы очень рады, что мы на подиуме. Уровень лиги растет с каждым годом, это очень заметно, плюс еще сам формат, он не прощает ошибок, поэтому... Когда ты ошибаешься, вне зависимости от того, сколько раз ты пришел первым, одна ошибка может сразу стоить 8-го места, и тогда уже очень тяжело отыгрывать потом. Я искренне считаю, что успех нашей команды – это парни из Таганрога, и я всегда люблю гоняться таганрогским нашим экипажем, потому что мы команда со своими особенностями, это помогает нам выигрывать, иногда мешает, но тем не менее мы такие, поэтому я очень люблю свою команду и очень ей благодарна за всю ту работу, которую она делает для нашего успеха.